Мэрия пока не будет выполнять требования антимонопольного комитета. Это касается конкурса по внедрению электронного билета. В среду прошло очередное рабочее заседание, но окончательного решения до сих пор нет. Представитель МКУ настаивал, что условия конкурса были написаны специально под компанию-победителя. А это нарушает закон о защите экономической конкуренции. На момент проведення конкурсу вже наявність сервісного центру в місті Одесі є не зовсім логічним, коли станом на момент проведення конкурсу обирається потенційний інвестор. Даже если конкурсы будут проводить заново, это условие останется неизменным, настаивал директор департамента транспорта. И выполнять требования антимонопольного комитета чиновники не собираются. Кроме того, горсовет ждет ответа от партнера Европейского банка реконструкции и развития. Финансовое учреждение аккредитует мэрию для покупки 44 новых троллейбусов. Мы делали и делаем максимально прозрачным этот конкурс, понимая, что он, конечно же, будет важным и он резонансный. Помимо утверждения результатов конкурса, еще нужно принять несколько нормативных дополнительных актов. Это правила перевозки пассажиров.